Нет на свете страшнее горе, чем видеть, как твой ребенок мучается от боли, не может бегать и прыгать, радоваться первым пятеркам в школе, видеть лицо своей матери и слышать ее ласковый голос. Для того, чтобы помочь таким детям и их родителям, на Кубани по инициативе губернатора Александра Ткачева в 2008 году стартовала благотворительная программа «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям», которую реализует Краевой фонд социальной защиты населения. О том, какому количеству детей из Славянского района помогла эта программа, смотрите в репортаже Тины Копачевской и Георгия Калинина. «Цветик-семицветик» – всеми любимый мультфильм про маленькую девочку Женю, которой однажды бабушка-волшебница подарила необычный цветок с 7 разноцветными лепестками. Если оторвать лепесток от цветка, загадать желание и сказать волшебные слова, то желание обязательно тут же исполнится. «Лети-лети, лепесток, через запад на восток, облети вокруг земли, быть, по-моему, вели». Или чтобы Веня был здоров. Символом благотворительной акции «Цветик-семицветик» является сказочный цветок. Программа реализуется по 7 направлениям и успешно работает уже 6 лет. Каждый лепесток цветика означает одно из направлений благотворительности и соответствует цели, на которую направляются собранные средства. Оказание разносторонней помощи детям, поддержка тех, кто в одиночку не может справиться с жизненными проблемами. Вот главная задача этой программы. На территории нашего Славянского района за этот период собрано уже более 4 миллионов и помощь оказана больше 40 детей. Помощь была направлена по различным абсолютно направлениям. Детки с сахарным диабетом, которым были приобретены кохлеарные импланты. Детки, которые получали инсулиновые помпы. Также у нас была пересадка костного мозга. Детки, которые болеют раковыми заболеваниями. Есть детки, которые требуют особого питания, которая только приобретается в аптеках, и родители самостоятельно не могут это приобрести. В основном это лечение постоянное, регулярное и дорогостоящее. Кириллу Исакову 13 лет. Буквально в прошлом году он жил обычной полноценной жизнью. Ходил в школу, занимался спортом. Раньше занимался футболом, боксом, ходил на туризм, на плавание. Ну, в общем, везде побывал. Сейчас же Кирилл в основном сидит дома. Компьютер, телевизор – вот основные его развлечения. Иногда делает упражнения с гантелями. Все началось год назад. После занятий физкультурой в школе Кирилл начал хромать. После обследования врачей оказалось, что у мальчика остеосаркома. Это злокачественное заболевание, поражающее кости. Относится к наиболее распространенному типу рака костей. В общем, когда узнали, вот ребенок заболел у меня, как бы по больницам же начали, да, и в Краснодаре, когда прошли первую химию, нам направление дали на Москву, то есть потому что они не оперируют, вот, чтобы сохранить ножку, надо было ехать в Москву. Вот, но вы понимаете, да, чтобы ехать в Москву, как бы нужны деньги. Наталья Исакова обратилась в соцзащиту Славянского района и семью направили в фонд «Цветик-семицветик», где им оказали долгожданную помощь. Кириллу выделили средства на 2 дорогостоящие операции, благодаря которым Кирилл постепенно возвращается к счастливой жизни. Очень важно, что губернаторская программа сумела объединить в благородном деле сотни тысяч кубанцев. Где-то рядом всегда есть люди, жизнь которых мы можем сделать светлее и счастливее. Помочь детям можно, оказав пожертвование через специальные боксы для сбора средств с логотипом программы, которые расположены в крупных торговых центрах и магазинах по всему Краснодарскому краю. Программа «Цветик-семицветик» дает возможность помочь детям и тем самым проявить свою гражданскую позицию. Чтобы мир стал добрее, надо начинать с себя. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».